Друзья, всем привет! Сейчас расскажу вам про воблеры, которые работают осенью. Да, в принципе, можно начинать сейчас на глубинных и на каких-то мелких участках. Будет очень интересно, поэтому приятного просмотра. Первый воблер, о котором пойдет речь, от производителя Мусурок. На Дальнем Востоке их делают. Это, ребят, как раз-таки для ловли на большой глубине, допустим, до 6 метров. Пелагического судака, щуку. Очень популярна сейчас данная ловля. И если вы смотрели канал Вероники Дички, да, там проект у них «Одна в лодке», вот как раз в одном из последних видео она ловила на подобный воблер, тоже красного цвета. Вот. Для меня красный цвет, ребята, это прям номер один, поэтому вот в основном я покупал их. Вот видите, такие яркие оранжевые и красные цвета. Мы ловили на 6-метровой глубине, и все было отлично. Воблер 110, ребят, 30 грамм. А знаете, в чем цимус данного воблера? Здесь очень острые и мощные крючки морские, поэтому данные воблеры берут для ловли на Кольском полуострове, лосося берут для ловли тайменя. Вот такие вот они мощные. То есть на Дальнем Востоке вот эти воблеры раскупают те, кто как раз-таки где-то рядом с морем рыбачит, либо там едут на тайменя. А здесь, конечно же, судак-щука у нас в нашей полосе. Вот, на больших глубинах пелагического судака, ну даже окунь, говорят, попадается. Вот эта вот модель чуть меньше. Вот, весит уже 25 грамм, и модель 90, тоже тонущая. То же самое, ребят, пелагическую рыбу где-то на больших озерах, на водохранилищах хорошо ловит. Ну и не забываем, что крючки здесь. Вот, кстати, на всех моделях, сейчас я вам покажу, которые я у них набрал, вот стоят эти все мощные крючки. Вот это я брал на щуку, данная модель уже, ребят, плавающая, заглубляется она всего лишь, наверное, метра на полтора. Вот это 15 грамм, 110 и классический щучий цвет. Вот если, допустим, красный, он более универсальный, то вот это уже более на щуку. В принципе, пару окушков было поймано, но в основном дербанит щука. Ну и мелкие приманки, ребят, я взял. Это уже форелевая тема. А меня уже пригласили на рыбалку на форель. Какой красивый попался. Сейчас на руку возьму, чтобы понимали, какой размер. Выпали! Сейчас. О! Приманки тонущие, и в Подмосковье, говорят, покупать. А в Москве или Подмосковье есть хороший платник. Вот туда все едут. Вот эти воблеры там хорошо работают. Здесь у нас по нашим рекам, конечно, это окунь. В первую очередь щука. Цвета, смотрите, какие классные. Еще, ребят, такая фишка сейчас, это после того, как я уже купил, у них появилась, то есть у этого производителя, при покупке или при первом заказе что-то такое, можно выбрать две бесплатные приманки. То есть, смотрите, допустим, две маленькие выбрали, они все недорогие, что-то в районе 400 рублей, и можете выбрать два больших. Там какой-то опрос проходите, и вот такая вот фишка в интернет-магазине присутствует. Поэтому можете пройти по ссылке в описании и при первом заказе вот выбрать два еще дополнительных воблера. Хотел бы рассказать про глубинные воблеры. Я знаю, сейчас они набирают популярность, называют их вибы. Вот. Раньше их называли ратлины, то есть это одно и то же. Вот весит он, по-моему, 5,5 грамм, 3D VIP. От Юзури не раз меня выручал. То есть бывает такое, что рыба не клюет, и приходится проводить на дне. Думаешь, дай-ка проведу. Ищу, как раз таки реагирует. Небольшая, но... О, до жабер прям. До жабер, короче, прикинь. У меня есть две модели такие ловчие. Это Аэлита, по-моему, от компании Аква. Копеечная вещь, была куплена давно. И, ребят, если вы хотите ловить на вибы, они идут по дну, по самому дну, то есть они тонущие.
Вот, вибрирует так и, в принципе, привлекает рыбу. Не стоит покупать для начала совсем какие-то супердорогие. Если есть деньги, конечно, купите штуки две. Во-первых, они летят далеко, очень такие полетоспособные, можно на малой реке где-то прям под какой-нибудь остров закинуть. Есть еще одна модель, более тяжелая, тоже от Yuzuri. Вот она без никаких надписей, но это 100% оригинал. Вот такие вот несколько приманок. Просто для того, чтобы где-то уйти от нуля, несколько таких приманок у вас должны быть, ребят, в коробке. Все, опять же, зависит от вашего кармана, но рекомендую, конечно, взять Yuzuri, потому что, ну, тут идеальная работа. Вот. Две вот такие приманки. Но лучше брать полегче, ребят. Вот такой вот 5,5 грамм, по-моему, она весит. Может, чуть побольше. А если хотите приобрести очки, такие же, как у меня, с японскими линзами, то можете пройти по ссылке в описании и купить по моему промокоду SPIN102 со скидкой 15%. В этом году, да и в принципе до этого как-то ловил, но в этом году прям удивила данная приманка. Всем широко, наверное, уже известная копия от Касадаки на ZBaits Ridge. Только он называется ION XS90. Прекрасно работает вообще. Заводится с полоборота на твичинге. Окунь попался в этом году. Я обалдел, ребят. Что в этом году, ребят? Кот окуней каких-то вот в обер. Это Касадака ION. Вот. Идеально подошел. И вот такой окунь на полкило. Шикарно. Классная рыбалка. Сейчас обед, наверное, часа. Сколько сейчас? Час, наверное? Час, да. Ну, такие звери попадаться начали. Вот. Любит щуку и окунь. То есть такая вот универсальная приманка. Не знаю сейчас, сколько они стоят. Но вот видите, она почему такая новая у меня. Я не рыбачил до этого года на этот цвет. Рыбачил на оригинальный, тот уже весь погрызан, где-то в коробке он лежит. Вот этот весь такой красивый. В этом году только начал на него ловить. Представляете, сколько он у меня пролежал. Ну вот, хорошо работает, приносит щуку и окуней. В принципе, одинаково закинул щуку, поймал, закинул окуня. Вот так вот. На осень, ребят, ну что могу сказать, будет косить рыб, щук. 100%. Может, даже и судака. По поводу, ребят, мелководных крэнков. Вот это вот прям обязательно. Где стояла летом щука, было много травы, и там она потихоньку отгнивает и становится ее меньше, там начинает зверствовать щука. Она очень голодная и нагуливает жир. И вот такие приманки мелководные, которые работают вообще шикарно на равномерке. А если будет твичить и делать паузы, то будет атаковать его окунь. Вот как у нас недавно получилось, мы были на заливчике реки Демы. И вообще вот, я просто обалдел. Делаю паузу, долбит окунь. Опять проводку хочу вытащить, и окунь прям догоняет. И у тебя должен написано быть, какой он. Плавающий, не плавающий. А? Есть! Поклевка была, отвечаю, на паузе, прикинь. Отвечаю, его кто-то пригубил. Походу окунь, очень был похож на окуня. Вот там. В бок, короче, ударил. Прям на паузе. Офигеть. Пытается его сажать. Просто окунь был не крупный и не смог заглотить данную приманку и попасть в крючки. А так, ребят, по щуке прям один из лучших. И цвет вот этот. Если захотите приобрести, это Pantoon 21 Preference Crank. Размер будет указан. Сейчас я не вижу, он стерто здесь. Вот. Лучше берите вот в этом цвете, либо в зеленом. Вот. Два хороших цвета. Рекомендую. Стоят они, не знаю, может сейчас в районе 700 рублей, может быть 900. Не мониторил, у меня их просто много и покупал их давным-давно. Теперь, ребят, про поверхностные приманки. Здесь стоит крючок-коготь. Вот недавно мы тестировали и джиголовки, и приманки. Пипец, они крепкие, реально. Бревна вытаскивали, и, ну, прикольно было. Вот это дешевая леска выдержит такой полен. Офигеть. Да. Офигеть. То есть крючки очень острые. От компании Bet. Стоят они недорого, ребят, сейчас. Но смотрите, есть нюанс.
Видите, как глубоко колечко установлено? У всех классических приманок такое расположение кольца крепежа. Поэтому для того, чтобы вам не париться, вот такую вот застежку с вертлюжком ставите, и все. Приманка также хорошо стоит на воде, то есть примерно вот так вот, да? Не тонет там как-то из-за такого вот небольшого веса и хорошо ловит щук. Всем рекомендую, ребят. Вот какой цвет вам нравится, какой приятен, какой вы хотите видеть, да, там, может быть, в сумерках рыбачите, вам ярко-желтый нужен. Вот покупайте. Мне вот такой цвет понравился. Ну, вот. А по поводу блокеров, ребят, осенью это всегда работает. Особенно бывает такое, что ни на какие приманки не реагируют, а вот блокер либо поппер ставите, и все, и начинается вот это брызги, все, красивая рыбалка. Это Loco Perro от Pantone 21, размер, по-моему, 80-й, SL-ка. Лучше брать SL-ку, почему? Потому что она лежит в воде горизонтально, то есть полностью. И ловить лучше не на большом течении, потому что если присутствует какой-то перекат, то воблер начинает зарываться, и игры никакой не будет, то есть она сбивается. Поэтому где-то на небольшом течении потихоньку-потихоньку ведете, и прям... Шикарно приманка идет, имитирует рыбку, которая кормится на поверхности и атакует ее щука. Одна из моих любимых приманок на поверхности. Не помню, рассказывал про эту приманку или нет. Это редкость, наверное, сейчас. Это Мадсокер 110 от Шакала. Игра размашистая. Сразу скажу, что приманка не полетоспособная. То есть, если, допустим, Pantone 21 Loco Perro летит как пуля, да, можно там куда-то прицельно забросить, то данная приманка парусит. И видите, здесь выемка. То есть, при рывках она еще создает бульки перед собой. Ну и стоит немного под углом, потому что это классический уокер. Вот. Ну, конечно же, буду всем рекомендовать. Вообще, ребят, если вы покупаете приманки от компании Шакал, я думаю, промахнуться нельзя. Почему? Потому что все практически их воблеры, вот, которые у меня были, все работают. Как бы, на вот это вот один из любимчиков щуки. Вот. Ну и, в принципе, по осенней рыбалке я всегда с собой беру. Вот. Пока только щука атакует яростно. Еще, ребят, бывает момент, осенью тоже было не раз, когда ни на что не берет. Бывают такие дни, я думаю, у вас тоже такое бывало, что вы приезжаете на рыбалку, а ни хрена поймать не можете, вроде жор щуки, все дела. Она бывает малоактивна. У меня было, что я упустил очень большую щуку. Я взял вот так вот и попробовал. Резина была другая, более толстая, была FAT. Не помню от какого бренда, то есть такая вот прям жирная резина. Я думаю, многие понимают, да, о чем идет речь. Вот, это Pioneer формат от AM. Они более узкие и подходят для неогруженной резины. То есть идеально, да, узкая приманка, щука атакует, все, крючок хорошо выйдет. Когда щука малоактивна, вот такие вот приманки себя хорошо проявляют. Ну и не забудьте посетить Marketplace US Mall, который продает оригинальные товары у нас в России, одеть своих детишек. По промокоду SPIN102 можно получить скидку от 20 до 25%. Ловите момент. Всем пока, хороших уловов. Хорошо вам праздновать 1 сентября. Здоровья вашим детям.